Вещевой шкаф. Вещевой? Да. Там вещи. Кроссовки, тоже. Да. Там либо очень много денег, но я сомневаюсь, такой я, если честно, ну, шкафчик откроем. Видел у одного человека, который держит камеру, да, Серега? Это ж не простой сейф. Толя, давай, делись, что там? У вас YouTube не забанит? Так, если там не расчлененная проститутка, то нет. Да нет, здесь так, маленькое хобби спортивное. Это Пинелли М4, штурмовой карабин практически всех войск специального назначения. Это боевое? И в Италии, да, конечно, боевое. А лицензию дают, ну, разрешение на это, да, все? Да, есть, да, лицензия, конечно, можно, конечно, да? Конечно, конечно. Офигеть. Все оружие с разрешением. А это М16. Тот самый, что по телевизору всегда показывают в боевиках, да? Да. Наверное, одна из самых функциональных винтовок, что мне доводилось, в принципе, видеть. Ну, по крайней мере, с точки зрения, если мы берем базовую оснастку с минимальным даже тюнингом, то я думаю, арки – это номер один из всего, что есть. А чего нет калаша? А? А калаша тогда чего нет? Что, у меня есть у ребят… Сними, Серега. Здесь чуть-чуть к ним снаряженных боеприпасов. Мы с Эдиком Вартаняном, правда, все расстреляли недавно, но больше. Так, я следующий на очереди, я тоже Эдик, и я тоже хочу пострелять. Большую часть из того, что осталось, но по функциональности, по снаряженке, по оснастке, конечно, эта история на 80 патронов бобин. Офигеть! Да. Ну и вот эти вот все моменты, понимаешь, они не настолько продуманы, настолько удобные. Но с точки зрения простоты пользования, калаш, конечно... Круче? Проще в разы. Ну, с калаша я хоть стрелял. Блин, круто. А дробовики для чего? Бинелли М4. Да. Оружие ближнего боя. Хорошие штурмовые карабины. Всегда идеальны для работы там, на дистанции до 50 метров. Ребята, которые их держат там, с целью даже какой-то самообороны, всегда ставят пулю винт. Ага. Слоновья она еще называется. На 32 грамма. Следующая — волчья картечь. Я считаю, это очень нужное хобби, потому что, к сожалению, в связи с моим материальным состоянием, еще не состоявшимся, так, я в тире бываю крайне редко, но мне это очень нравится. Приглашаю, можем съездить, с удовольствием пострелять. Сейчас их открыли все после пандемии. Хищники, хантеры, все работают. Супер. Вот это приглашение я приму прям с огромным удовольствием. Договорились. Спасибо.